31 августа в спортивном зале Алиби Казиева на углу улиц Шкалова и Зеленой в микрорайоне Водник прошли отборочные бои для промоутерской компании DSF из Польши, которые представляют собой бои высокого уровня. Старший тренер сборной Республики Дагестан по кикбоксу Раджидуллах Ахмедов рассказал о данном мероприятии. Мы показали сегодня 8 боев. Они прилетали, они недавно были у нас в гостях тоже. Познакомились с ними, да, к сожалению, тот раз не получилось, как-то неожиданная встреча получилась, и было меньше боев, и они заинтересовались нами еще больше. Попросили видеосъемку, да, хорошего качества, сказали, будем смотреть, с ноября-декабря месяца они уже планируют запустить бои, будут турниры, будут чемпионаты, и раз в год у них по разным весовым категориям будут проводиться восьмерки. Восьмерки – это за целый год, это три боя получается по всему миру. Финал будет проходить в Америке, и гонорар победителя $100 000. Арслан Алмасханов, тренер и преподаватель по кикбоксу спортивной школы Гайдарбекова города Хасавюрт, в своем выступлении отметил, что бойцы показали прекрасные бои. Ребят очень смелые, даже если кто проигрывал, он благодаря своему характеру вытаскивал бой, бодрались до конца. Был один парень там, весь килограмм 60, он помоложе был, мы бой остановили, потому что ему еще рано драться, а так все бои шикарно прошли. Были проведены 8 боев в разных весовых категориях бойцами разных клубов. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».